Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор топ-10 из каталога номер 11 компании Oriflame. Каталог будет действовать со 2 по 21 августа, ровно 3 недели для того, чтобы успеть разместить заказы. Но самое главное — это не только себя побаловать, но и также помочь вашим близким и клиентам выбрать продукцию из каталога. Поэтому я всегда делаю закладочки на самых интересных страничках. Как я выбираю продукции? Во-первых, чтобы это были разные ценовые категории и разные группы товаров, то есть гигиена, косметика, что-то интересненькое, витамины. То есть я смотрю в каталоге и делаю какие-то акценты, за которые я цепляю такие наклеечки. Для чего это нужно? Дело в том, что в каталоге очень много товаров, огромный ассортимент, разные продукты, разные скидки и акции. И если мы сядем и начнем рассказывать клиенту обо всем, то реально просто человек устанет нас слушать и в результате ничего не выберет. Поэтому я выбираю группы товаров, которые самые популярные, и точно они нужны всегда. Итак, я вам покажу, что я выбрала, а вы пишите в комментариях, что вы выбираете из этого каталога, потому что каталог, как всегда, отличный, много предложений и акций. Мне очень нравится серия Love Nature. Эта линейка состоит как из гелей для душа, самые разнообразные гели, а также в этой линейке есть шампуни, и мне нравится их упаковка, такие йогуртные бутылочки, маленькие, аккуратненькие, объем 250 миллилитров, очень высокая концентрация, расход маленький, хватает надолго. И мои клиенты обожают эту серию, потому что такое разнообразие ароматов, мне кажется, трудно даже найти. И ароматы очень тонкие, они такие деликатные, натуральные, то есть нет вот этого химикозности какой-то. То есть вот если написано алоэ и олива, то и пахнет алоэ и олива. Кстати, очень классный свежий аромат. В этой серии также есть гели, это клубника и малина, они с отшелушивающими частичками. Эти гели обычно всегда чуть-чуть подороже, чем вся линейка, но они любимчики у многих. А кто хоть раз попробует клубничку или малинку, потом периодически перезаказывает, еще раз хочет вернуться к этой серии, ну потому что это любовь сразу. Также в этой серии еще есть жидкое мыло и просто мыло для рук. То есть здесь вот сразу несколько страничек посвящаются именно этой серии, и я думаю, что любой человек, полистав от начала каталога, сразу смотрит: так, гигиена всегда нужна, хоть что-то, но нужно брать. Лучше всего, если вы еще берете с собой на встречу с клиентом образцы продукции. Например, если у вас дома есть гель для душа, может быть, там уже чуть-чуть, или вы только начали, возьмите его с собой, чтобы можно было открыть, дать понюхать, чтобы человек даже можно капнуть на руки, намылить, посмотреть, как пенится, какая получается мягкая густая пенка, и когда смываешь, остается такой тонкий приятный аромат на коже рук. Мне кажется, это самый лучший вариант, именно демонстрация, а не просто показать картинку и сказать: вот это классное. Согласитесь, лучше один раз потрогать, чем 100 раз послушать. Следующая моя закладочка на странице с масками. Вот этот вот парад масок меня очень радует. Здесь есть также серия огуречная масок, есть у нас маска для губ, но самое главное, конечно, кожа лица. Я обычно с клиентами разговариваю, в основном стараюсь перевести на разговор об уходе, потому что визитная карточка Oriflame — это все-таки уход. И если люди начинают что-то пробовать, хотя бы начать с какого-то одного продукта, пусть это будут маски, мы помогаем выбрать маску, человек пробует, получает результат. Даже я не говорю, что вау, какое впечатление, а вот именно результат. Потому что когда используешь нашу маску, например, с овсом и ягодами годжи, но это же сразу эффект. Во-первых, я когда ее наношу, мне нравится ощущение тепла, то есть маска согревающая, наносишь, сразу так тепло, 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 она разогревает кожу. 10 минут подержала, смываю, а она мягенькая, она мягенькая. Особенно будет круто чувствоваться, если кожа неухоженная, если кожа, ну не то что запущенная, но может быть неправильный уход подобран или неполный уход, и маска сразу покажет, какая может быть кожа мягкая, нежная, бархатистая. Другие маски
например, с алоэ и кокосом, или чайное дерево и лайм. Эти маски функциональны, это маска скраб, и мы можем показать человеку прямо на месте, если у вас маска есть. Попросите смочить руку, верхнюю часть кисти, капните туда буквально капельку этой маски и скажите: вот давай помассируй, вот просто сделай массажик, минуточку, минуточку. Помассировали, смываем, промокнули полотенчиком, сравниваем руки, руки будут абсолютно разные. Кстати, то же самое можно сделать с такой маской, с любой абсолютно, можно такой эксперимент провести, и человек сразу увидит, какая стала кожа. И мы говорим: представь, что у тебя на лице будет тоже такая же перемена. И кто откажется? И эти же маски скраб можно использовать и как маска, и как скраб. Кому что нравится. Конечно, это уже будет чистка идти. Если, например, поры забитые, то поры будут очищаться, будет лицо выглядеть чистым, свежим и сияющим. Две чудесные маски с невероятными ароматами, это джемы, смузи, сейчас точно посмотрю, как называется, мармелад, скраб-мармелад и маска-смузи. Представьте, тут одно название уже чего стоит. Дизайн, очень красивый дизайн, и конечно это аромат, аромат ягод, такое чувство, что вот просто переносишься на поляну с ягодами. Вкусно, классно, мягко, эффективно, и вообще влюбляешься просто сразу в эти маски. Поэтому я о масках говорю, у меня их, кстати, очень хорошо покупают маски. Я обычно, когда вот такие акции проходят, а здесь действительно хорошая акция, скидки большие, 219 рублей вот любая масочка такая, а такие 189, а скраб 219, то есть цены вполне приемлемые. Потому что зачастую люди берут одну маску, например, тканевая маска, и она может стоить 100, 150, 200, а то и 500 рублей на один раз. А здесь мы говорим о том, что это на много раз, это маски хватит на несколько месяцев, даже если ты будешь два раза в неделю, как положено, делать. И еще я всегда говорю, нужно иметь две маски: одну, которая будет чистить, а вторую, которая будет питать. И иногда бывает, если я, например, сделала какой-то перерыв, или я приехала с отдыха и там было не до себя, я делаю сразу две маски. Я делаю сначала чистку, убираю мертвую кожу, а потом питание. Можно, кстати, делать наоборот, потому что питательная маска хорошо размягчит, и потом мы скрабом легче снимем вот этот верхний слой и почистим поры. То есть и так все работает. Далее, конечно, зубные пасты. Я положила закладочку, то что у нас обновляется коллекция зубных паст, и стал такой более понятный дизайн, потому что порой я брала пасту и думала: так, это какая у меня, отбеливающая или освежающая, или это защитная? Ну потом я привыкла, то есть там была немножко тональность изменена, а сейчас просто явно видно, что это разные пасты, и мы не ошибемся. Пасты нужны в доме не одна, никогда нельзя, чтобы была одна отбеливающая, потому что ей нельзя пользоваться постоянно. Ее рекомендуют использовать, ну, например, вы неделю, полторы-две пользуетесь отбеливающей, потом ее убираете и месяц пользуетесь какой-то защитной или травяной. Или как делаю я, например, сегодня я выступаю, я делаю отбеливающей пастой, чтобы улыбка была более белоснежная, а остальные дни я пользуюсь защитной, травяной или освежающий. У меня всегда открыты 4 пасты, но вот сейчас у нас обновление прошло на 2 пасты и щеточки. Щеточки тоже поменяли дизайн, и они стали совсем другие. Ну и конечно детская серия, честно, вот сама бы пользовалась, представьте, такая красивая красная зубная паста, но для меня она уже неэффективна, поэтому для детей берем. Если вы хотите приучить клиентку к хорошему профессиональному уходу и хотите, чтобы человек брал комплексный уход на Vage, то конечно это самый лучший вариант и для человека, и для вас. Для вас, потому что это высокобалльная продукция, а для человека, потому что этот комплексный уход, он очень круто работает. Даже по лицу сразу видно, буквально с первого применения, как кожа просто откликается сразу. Вау, такое что бывает? По крайней мере, у меня комплексный уход, когда я делаю мастер-классы и даю попробовать своим знакомым, кто в гости приходит, мы проводим мастер-классы, эффект сразу. Лицо меняется, и мы всегда делаем фото до и фото после, чтобы увидеть разницу, потому что видно, что лицо молодеет.
это работает. Но порой, когда у нас люди смотрят на цену и говорят: ого, там 6-7 тысяч за комплексный уход, ну нет, я пока не готова, давай я подумаю, я буду копить. Поэтому я что сейчас делаю? Я предлагаю всем попробовать пептиды. Да, конечно, пептиды — это, как сказать, продукт NovAge, и его лучше всего использовать вместе в комплексе с серией NovAge. Но тем не менее, даже если у человека другой уход или вообще там сборная солянка из разных компаний, все равно эффект мгновенный. За неделю пропользуешься этими ампулами. Где у меня эти ампулы? Кстати, открыла и никак не докончу. Все, сегодня продолжу. У меня 4 ампулки. Эффект у меня, по крайней мере, был с первого применения. Я умылась на ночь, тщательно умылась, нанесла половинку этой ампулы на кожу лица и шеи. То есть особенно мы замечаем, когда подкатывает возраст, это зона шеи, зона декольте. И, конечно, мимика вокруг глаз показывает, что ой-ой-ой, нужно что-то срочно делать. И вот что я увидела утром, то что у меня ушла дряблость, то есть кожа стала ровная, вот тут везде кожа вообще поменялась, и она на ощупь стала плотная. Я вам рекомендую что сделать, сами попробуйте, и вы сможете так вкусно рассказать про этот продукт, что ну, никто не сможет устоять. Вот серьезно, когда вы увидите свой результат, то вы будете это настолько говорить весомо, нежели просто да, со слов кого-то. Так вот, что происходит? У нас кожа становится упругая, плотная, уходит дряблость, появляется такой, знаете, вот как бы здоровый, красивый цвет лица, и при этом кожа сразу как будто вот подпрыгивает. Вот я такое вижу по себе. Поэтому я беру комплекс за комплексом, мне очень нравится этот продукт. Я считаю, что когда человек увидит результат за несколько дней, то мы просто говорим: а представь, если у тебя будет полный комплекс, тебе его хватит на несколько месяцев, на 4, на 5. У всех по-разному заканчивается. И вот представьте, если у вас появятся клиенты, хотя бы несколько человек, которые будут постоянно заказывать комплекс NovAge, то есть раз в полгода у вас будет уходить серия, то это будет очень здорово. Кстати, также можно предложить обновляющую маску из биоцеллюлозы, потому что она тоже мгновенно дает результат. Сразу человек попробовал и тут же видит эффект, вау-эффект. Так, следующий продукт — это витамины. Они у нас идут по акции 1699 рублей. Так, никакого дополнительного нет инструктажа. То есть витамины, мне кажется, сейчас уже это не обсуждается, да, что людям нужны витамины, и все их пьют и ищут хорошие витамины, чтобы они были эффективны в первую очередь. Так вот, витамины Wellness — это проверенный вариант, уже опробован многими сотнями тысяч людей, они эффективные. И в баночке 60 витаминов, то есть на 2 месяца человек берет один раз, и 2 месяца у него закрыт вопрос по витаминкам. Поэтому я о витаминах тоже всегда говорю, чтобы мои близкие были здоровы. Следующая страничка — медовая серия. Вы знаете, конечно, эта серия не просто классная, разнообразная, в ней очень много продуктов. Эта серия, мне кажется, это легендарная серия, это визитная карточка Oriflame. Когда мы говорим мед и молоко, то все сразу представляют вот такую баночку, да, такой бочонок с медом, и все знают, что это будет ароматно, душисто, эффективно и классно. У меня сейчас в руках маска, есть кондиционер, обратите внимание, какие красивые бутылочки, они такие лаконичные, такие приятные, обтекаемые формы, хороший объем 250 миллилитров, и скраб. Скраб — один из любимчиков, в общем-то, за всю жизнь. Вот сколько я пробовала скрабов, редко бывает такое, что в скраб влюбляешься раз и навсегда. И вот сахарный скраб, я могу повторять его уже сколько лет я им пользуюсь, я даже не представляю, я могу его повторять постоянно, и испытываешь такое удовольствие, когда им пользуешься, вот такое чувство, что в мед, мед засахаренный, вот просто берешь засахаренный мед
и начинаешь наносить на свою кожу, и вот этот сахарок перекатывается, он делает такой массаж, и в это время он убирает мертвые клеточки все, выглаживает кожу, как будто ласкает ее. То есть мне нравится то, что здесь нет таких грубых острых частичек, которые бывают такие царапучие скрабы, что ими пользуешься, аж прям потом кожа горит, аж ну неприятно. Этот настолько ласковый, а кожа потом какая, то есть напитывает все. Ощущение прям действительно, как будто это мед. Так вот, этот скраб тоже можно попробовать на месте, то есть если он у вас есть, берите с собой, делайте на руке. Можно вот эту часть, кстати, заметили, что заметно возраст выдает вот эта зона руки, то есть где у нас сгиб идет, здесь заломы, и зачастую здесь как бы сразу видно, кожа какая тут уже видоизмененная. Делайте скраб вот на этой части и потом сравнивайте две руки, и человек сразу увидит, что кожа помолодела. Особенно это видно здорово на взрослых женщинах, у которых действительно серьезные же изменения. И когда мы делаем, например, скраб сделали, можно сначала замочить ручку, если есть возможность такая, взять какое-то блюдо, замочить руку, маслице сюда накапать, потом сделать скрабик, все смыть, нанести крем и потом сравнить две руки. Это будут как будто разные руки от разных людей. Так вот, серия у нас состоит из огромного количества продуктов. Здесь есть уходовые средства для волос, для рук, для тела, жидкое мыло. Посмотрите, какое разнообразие, и вы поймете, что на этой страничке можно надолго остановиться и говорить, и говорить, и говорить. Так, давайте сюда передвинем, чтобы мне рукам ничего не мешало. Следующий разворотик, я все-таки выбрала серию Giordani. У нас в этом каталоге есть еще акция на тональную основу Aqua Boost, ее тоже можно смело предлагать, потому что это очень крутая тональная основа, но я выбрала все-таки говорить о Giordani, потому что, ну, мне кажется, это все равно другой уровень. И когда вот просто даже психологически для любой женщины все равно, даже многие, может, и скажут: ой, мне лучше подешевле, мне все равно, пусть хоть в тюбике там будет, без разницы. Но все равно согласитесь, когда берешь в руки такой красивый флакон, такой весомый, чувствуется, что это дорогой продукт, не из категории масс-маркет. Мы берем, открываем крышечку, тут все золото, золото с черным всегда эффектно выглядит, наносим эту каплю, и уже даже просто вот по этой капле видно, что это будет хорошо. И когда наносишь на лицо такой продукт, у меня, кстати, на лице сейчас вот фарфоровая, у меня две открыты, слоновая кость, я открыла немножечко, подзагорела, но для меня сейчас она темноватая, все-таки загар смылся, и я пользуюсь фарфоровой. Когда наносишь этот тон, то лицо становится просто холеное, просто холеное. И ощущение, что ты пользуешься дорогим, классным продуктом, который нацелен именно на возрастную кожу, который поможет не только скрыть недостатки, выровнять лицо, а который будет ухаживать за кожей. Для меня, конечно, вот это очень важно. А еще, почему я выбрала этот тон? В этом каталоге идет акция, если мы заказываем любой продукт со страницы 92-93, то есть как раз подходит у нас тональная основа, все поняла, то есть при заказе со любого продукта из этого каталога, кроме этого разворота, то есть мы можем взять или тональную основу, или тушь по акции с большой скидкой. Так вот, смотрите, когда человек вам говорит: о, я хочу тональную основу, мы окей, подбираем тон и говорим: смотри, чтобы взять по акции, нужно какой-то еще один продукт, любой продукт из этого каталога, и соответственно у нас с вами появляется возможность еще поговорить с людьми о какой-то продукции. Таким образом у вас расширяется заказ. Например, человек хотел тон, ему нужно, например, взять еще маску будет, чтобы тон пошел со скидкой, или он хочет тушь, такую, кстати, необычную тушь. Я хочу сказать, очень забавная кисточка, я не сразу прям не мгновенно к ней приспособилась, она такой волной, но она хорошо прокрашивает ресницы, дает объемы, длину и уход. Тушь на самом деле 910 рублей стоит, да, то есть она дает объем и подкручивает, так укладывает хорошо ресницы вверх, особенно оценят те, у кого ресницы непослушные или, да, вниз вот так вот направлены. Тушь
299 рублей. Джордани с таким богатым составом. Поэтому на этой страничке у нас просто больше с вами возможностей дать возможность человеку, женщине, взять хороший продукт с хорошей скидкой и расширить свой заказ. То есть сразу у нас двух зайцев мы подстреливаем. Конечно, я всегда говорю о помадах. Вы знаете, если даже девушка говорит, мне ничего не надо, у меня все есть, или я беру что-то другое, то вы знаете, вот перед помадой, перед классной помадой никто не может устоять. Тем более, что у нас такое разнообразие. Есть помады Giordani Gold, вот такие жидкие. Жидкая роскошная помада, теплый кашемир. У меня как раз вот сейчас она в руках, с невероятно удобной кисточкой. У нее такая формула актуальная. Эта помада достаточно стойкая. Мы ее наносим на губы, даем ей чуть-чуть питаться, и можно потом маску носить. Снимаете маску, маска чистая, то есть она не оставляет следов, хотя она не написано, что эта помада стойкая, то есть она позиционируется как губная помада эликсир, при этом она ухаживает за губами. Ну, она невероятная, просто попробуйте один раз и сами поймете. Ну и конечно, в этом каталоге ведь не только у нас идет одна помада, и невозможно говорить просто об одной, игнорировать все другие, когда у нас есть шикарная коллекция помад The One 5 в одном, у нас есть классные On Color, те самые помады, которые очень доступны и в то же время они классные. И есть такие мини, которые совсем недавно появились, и их уже многие оценили, потому что всего 5 помадок, но вы видите, какие они классные, маленькие, и на них большие идут скидки, и поэтому можно купить 2-3, а можно все 5, и будет у вас разнообразная коллекция цветов. В общем-то, каждый выберет, что ему понравится. Главное показать, что наши помады сейчас идут в классной ценовой категории, они разнообразные. Есть также помады с супер блеском, да, там эффект HD эффект. И когда мы поговорили об уходе, о гигиене, о помадах и о витаминах, то мы не можем молчать, что брови как рама для картины, и любая картина будет выглядеть дороже, красивее, если ее заключить в красивую раму. И вот брови для нас то же самое. Наверняка вы сами замечаете, если начинаем делать макияж, достаточно просто накрасить красиво брови, правильно подобрать форму, интенсивность цвета, то лицо сразу становится каким-то выразительным и четким, и уже не нужно перегружать лицо большим количеством косметики. Можно просто немножко теней, немножко туши на ресницы, блеск, освежить щечки румянцем, и все, вы уже как конфетка. Но с бровями тоже у нас отдельная история, и выбор большой, и я радуюсь, что в каталоге показаны сразу все варианты, какие мы можем взять, и все идут по акции. Потому что бывает, что человек говорит, мне надо для бровей, но я не хочу помаду, у меня брови неплохие, мне их просто нужно уложить. И тут мы им предлагаем тушь для бровей, потому что тушь для бровей у нас очень классная, и ее можно использовать как самостоятельный продукт, когда мы просто берем и проходимся по бровкам, как вот я сегодня сделала. Я сначала оттенила немножко карандашом, а потом взяла тушь, моя коричневая, и сверху зафиксировала. Бровь стала более пышной, объемной и выразительной. А самое главное, что у туши для бровей водостойкая формула, и нам не страшен ни дождь, ни жара, ни пот, что если будет у нас, да, что-то происходить. Даже если мы купаемся, брови останутся на месте, они не смоются, и с ними все будет в порядке. Вот такой крутой новый продукт. Честно, я переживала, когда увидела, что у нас ограниченная, стоит такой значок, ограниченное количество продукции на старой туши. Я так испугалась, что ее хотят снять с производства. Честное слово, если я сначала ее не очень оценила, когда первый раз получила, думаю, что за ерунда, да зачем она, деньги только выкидывать. Через несколько дней я поняла, как я глубоко заблуждалась, и с тех пор уже, наверное, года 3 я этой тушью пользуюсь регулярно. То есть это очень нужный и классный продукт. То есть мы его используем как самостоятельный, если брови позволяют, или как дополнительный, чтобы усилить красоту бровей.
У нас дождь начался. Так, и это что же, все получается? Последний продукт, я все-таки выбрала часы. У меня, кстати, уже есть заказ на часы. Хотя здесь еще последняя страничка очень аппетитная. Но все-таки я буду говорить про часики, потому что часики у нас очень стильные вышли и классные. И по, как сказать, по опыту прошлых лет, когда у нас появились впервые часы с силиконовыми ремешками, насколько они стали популярны. У меня в прошлом году покупали такие часы, были в желтых ремешках, розовенькие. И я вот встречаюсь с клиентами, и они носят эти часы 2 года уже, год, кто-то больше. Они долго служат, они очень качественные. Поэтому можем смело рекомендовать. У них сейчас будет хорошая акция на эти часики, то есть мы их берем за 1499 рублей при заказе на 990 рублей из каталога. Вы знаете, иногда мне клиентка говорит: я бы взяла часы, но не могу себе позволить, как бы дорого, надо еще на 1000 взять из каталога. Вы знаете, я всегда иду навстречу. У меня есть возможность, я, естественно, делаю заказы для себя, есть клиенты, которые делают заказы, но часы мне нужны. И, конечно, я могу сказать: я сделаю тебе такой подарок, ты получишь эти часы со скидкой и не нужно заказывать. Очень классные часики, давайте их посмотрим в деле. У меня рука тоненькая, поэтому вы видите, что на мне они, если самый низ ближе к кисти я опускаю, то они немножечко свободные, вот такое вот расстояние здесь. Но если я их чуть-чуть поднимаю, они очень хорошо фиксируются, то есть они не падают, при этом не давят руку. Очень хороший ремешок, такой мягенький, такой приятный, эластичный. То, что мне комфортно, можно как браслет, например, то они перекрутились, у меня как будто браслет на руке. Если я хочу, чтобы мне часы не мешали, может быть, я посуду мою, да, или что-то в воде вожусь, я их просто поднимаю вверх, и часы у меня зафиксированы наверху. Очень красивый цвет, он называется марсал, цвет марсала. Он такой яркий и заметный, поэтому я думаю, что такие часы можно смело предлагать, и люди будут носить их с удовольствием. Так что и я тоже рекомендую. В общем-то, мы с вами все посмотрели, вот такой у меня топ. Как смогла, ограничилась, потому что хочется, конечно, говорить обо всех продуктах. С удовольствием это делаю, потому что люблю продукцию, вижу ее эффект и результат, уже много-много лет пользуюсь. Поэтому это любовь, наверное, все-таки навсегда. Любовь и доверие самое главное. Я вам желаю отличного каталога, чтобы все ваши планы реализовались. Но самое главное, чтобы, когда вы делаете подбор продукции для ваших близких, для клиентов и друзей, чтобы они оставались довольны, потому что это самое главное. Потому что довольный клиент, он вернется сам за повторной покупкой, потом еще за покупкой вернется. И может привести с собой друзей, он может вас рекомендовать другим людям, если ему понравится, как вы работаете, если он поймет, что ваша цель не заработать сиюминутно быстро на продаже, а ваша цель действительно помочь человеку выбрать продукцию, чтобы у него просто пошли улучшения и удовольствие человек получал, то это будет ваш постоянный клиент. Поэтому я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч. Как раз будильник звонит. Пока-пока.